Что такое? Расскажи, что будет. Что рассказать? Все отлично. На самом деле, круто. Очень понравилось. Я думал, ты что-нибудь другое скажешь, типа хреново было. Не-не-не-не, я в восторге, на самом деле, в полном. Единственная претензия, хотелось бы все-таки, чтобы точки больные были. Потому что одну берешь легко, а на второй до усеру. А определить, какая будет легкая, какая до усеру, сходу, невозможно. Поэтому по баллам потом подсчет был бы справедливее. В остальном... Учтем обязательно. Хорошо. Вы больше места нигде не нашли, где стоять? Ну, помыть. Время! Ну как тебе настроение? О, трасса! Орги, молодцы! Опять отросики! Такого, а да? Такого сложного у нас еще не было. Даже когда мы сидели в ручье, это было ерунда. Сегодня супер! Чуть-чуть декорация. Ну что, дед, расскажи, что? О, офигенно! Молодцы ребята, постарались. Хорошо порубились. Рубилово знатное было. Застряли по самой неполой. Я просто так. Что ты видел? Все видел. Все видел полностью. Как тебе? Да нормально. Я тебе завидую, ты все видел. Практически да. Видео я скину, то, что я успел еще увидеть, то есть только конец. Ты там снял? Конец только. Я заезжал? Как заезжал? Нет, ну. Уже часа два назад уже фотографии там в интернете висит, как ты сидишь там. А уже есть? Как ты сидишь? Как ты сидишь, это видео у меня есть. А вот как ты пробивался, нету, к сожалению. А кстати, где 13-я точка-то? Да. Вообще. Я вот ходил, искал, так не нашел. Ну тоже не искай, вообще не нашел. Да ладно. Денис знает. Кого? Денис Базанов знает. У нас так поставлено, чтобы минимум людей знало, где какие точки. Ну, чтобы не ну, было. Ну, все, уже кончилось. Нет, я имею в виду, что мы по навигации не нашли. Да? Ну, сейчас разберемся, где она. А то у нас был случай, когда люди фотографировались с просто дверью. То есть они на Вранглере дверь снимали, она же, знаете... Подходили к точке, фотографировались с дверью, вот так делали, так вот такой ракурс брали. Как поймали вот. Их? Случайно. Стуканули нам их. Пушкин ездит, там тоже хуел вылез. Вот и у нас такая в Орехове была такая же хуйня. Только знаешь как, там пластиковые таблички были, снимали таблички, щелкались и ставили. Из-за того, что их аж переломали уже все. Снимали таблички, щелкались. Пиздец. Николай, поближе. Коробки. Thank you.